Они после выборов начали искать в фракции коммунистов, кто продастся. Им не хватало двух голосов. Ко мне пришло 11 наших депутатов с заявлениями о том, что к ним подходили и предлагали им различные блага, различные варианты для того, чтобы они голосовали за этого президента, за их кандидатуру. Потом они прекратили это все и начали играться с Конституцией, дергать Конституцию, какую статью изменить, как можно органическим законом, ну так и филиал Костюжевича, Исфач, куда же. Как можно органическим законом изменить Конституцию и избрать президента? Ну, это на мой диагностик. А вот филнул спать факут. Ну что, сейчас консульты Курта Конституционала, что мы тримаемся, что на Страсбурге, часть Лука. Сейчас деконсультаты еще. Кому спать, принадлежит органика, де модификат Конституции? Я înțeleg diagnoza, я înțeleg chestia de asta, dar chiar și așa de tare, dar și așa de mare, dar noi trebuie să fim atenți societatea la toate chestia asta. Cine știe, pe și apă capitan și pe îndesar, cum s-o pornesc. Поэтому я, во-первых, во-вторых, вот эти попытки их и вот это вот дергание, они эти как бы два тура выборов президента делают, держат в резерве. Чтобы когда чуть ли не наверняка, когда они это сам или договорятся, или сделают так, чтобы уже, так сказать, обязательно это дело все прошло. Мы, на свою очередь, другое ждем. Мы ждем, когда исполнится год с момента проведения последних парламентских выборов. И тогда мы предпримем все те меры, которые надо предпринимать. И не только, которые надо предпринимать, которые и не надо предпринимать, но надо предпринимать. Asta o să vedeți, așteptați, până noiembrie. Și aiurele este care noi le auzim și le vedem în toată ziua de la așa clienți ca Gimpu, pe noi tot ne îngrijorează. Cine Dumnezeu, sau bine dacă Dumnezeu, dar cine știe și le-a băgat lor în cap mâine? Vă vedeți că ei duc tratative închise. Eu am citit în discursul meu. România a stat țară NATO și cu alte, pe alte dimensiuni. Cine știe și le-a năzărilor mâine?